Ну чё, морячок, как тебе Deep Water? Тоска, болото, крокодилы. Понятно. В этом видео мы разберем с тобой все задания второго этапа «Мастерство болот». А еще розыгрыш в этом видео. Погнали! Риз Барнс. Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и это Иха! Westland Survival. И начнем с розыгрыша. Три победителя, и каждый получит шикарный ствол, жареную рыбу и 50 жвачки. Условия простые. Быть подписанным на официальный YouTube канал Westland Survival и телеграм-канал Печка ТВ. Победители будут определены 4 числа в 10:00. После завершения, если ты победил, если не победил, ничего делать не надо. Если победил все-таки, надо прислать свой игровой ID, тебе на это ровно день. Присылать надо мне, прям на меня нажмешь и готово. Не пришлешь, разыграем твою награду заново. Да, и не забудь нажать кнопочку «Принять участие», чтобы принять участие. Что еще добавить? Всем удачи! Мастерство болот. Подробный разбор этого обновления ты можешь найти в плейлисте Westland Survival. Что это такое? Когда ты открываешь новый регион, докачиваешься, тебе открывается серия заданий «Мастерство» данного региона. С очень нифиговыми наградами, блинчики. Ну и в конце, да, прям вообще капец. Первый этап я уже прошел. Переходим ко второму этапу. Улучшить стол инструментов до 5 уровня, стол запчастей, кухню, стол травника, построить коровник. Даже не знаю, что сказать. Тебе полюбасу это делать надо, да? И стол инструментов, и запчастей. Все это надо апгрейдить, модифицировать. К этому моменту уже все должно было быть сделано. То есть, если ты докачался до болот, то эти все станки и все абсолютно в доме должно быть, ну, минимум 5 уровня, соответственно. Я их сделал автоматически, как только перешел на второй этап. Съесть все блюда 5 ранга один раз. Блюда у нас изготавливаются на костровище и в кухне. Рагу с кукурузным хлебом. Гамбо. Что могу тебе сказать по ресурсам? Соответственно, капусту на грядочках выращиваем, да? Мясо это ерунда. Экзотическое мясо крокодилов. А где взять эти ресурсы? Нам показывают. Вот так на него нажимаешь просто. Нападение на поезд, аварийная остановка, следы перестрелки, старая дорога. На складе 149 соли. Ё-моё-моё. Острый соус. Вот это уже посложнее, потому что это хай-левельный ресурс, да? Но опять же, лагерь культистов, убежище, ранч соседа. На рейде в лагере культистов, да, будет тебе этот острый соус. А еще поглядывай вот сюда. Предложение дня. Оп, два острых соуса. Смотрим рекламу. Предметы отправлены в почтовый ящик. Это на кухне и в костровище у нас тоже рецепты. Стейк медальон в соусе. Самый простой вообще 5 ранга, на мой взгляд. Кофе. Опять же, нажимаем на пачку кофе, да, где ее взять. Все там же. Пряный кофе, ирландский кофе. Здесь 4 рецепта. И на кухне 5 рецептов. Итого 9. Тебе по любасу их надо хотя бы разик скушать, да? Короче, из задания. Я его сделал тоже автоматически, да? Как только перешел на второй этап. Дом, милый дом. Нафига я вернулся? Сразу зарядить создание оружейных слитков и чистейшей микстуры. Оружейные слитки, соответственно, плавилка. И пошла жара. Никелевой руды. У меня, мягко говоря, запас. Надо идти за железом. Ну а в столе травника делается чистейшая микстура. Надо 30 штук, это 90 радиолы, да? Ну это прям так неплохо, слушай. Но! Вместе с заданием убить пантер или матерых аллигаторов и сборкой превосходных шкур прекрасно сделаем это задание на бою. Выполнить задание 5 ранга с доски. Это вообще шикарная вещь, как мы можем это пропускать, да? И пройти лагерь культистов. Финального босса убить. Тоже нужная вещь. В данный момент для меня это лучшая локация. Потому что там механизмы. Возвращаемся назад на бою. Почему именно бою?
а не кипарисовая низина. Сбор превосходных шкур и там хорошо выполнять. Убить пантер или матерых аллигаторов – то же самое. А вот создать чистейшие микстуры – не то же самое. В кипарисовой низине 7-8 радиолы травки для этой чистейшей микстуры, а в бою, блин, двадцатку за одну зачистку заберешь. Если у тебя грамотно прокачан дух, то на тебя кидаться тут вообще, ёб, никто не будет. Ну, кроме всяких негодяев, да? И чё? И вот чё? Ну, ты понял, да? Блин, это минимальные затраты, о чём тут говорить? А можно так и вот так добить. Тогда затраты лечения вообще нулевые. А вот она и радиола. Да, ещё тут есть ромашки немного и очень много конопли. Очень много. Из матерых здесь все-таки больше аллигаторов будет, чем пантер. Лузианская рысь. Блин, нам по факту надо вообще все здесь выщелкивать, потому что потому. О! Миша, Мишенька, медведь. Серьезный мужчина. Смотри. Можно и отлететь. Превосходные шкуры. Блин, ну это реально простые задания до безобразия. Сейчас мы вот так радиолу размножим, да? И чё, и будем собирать только её. Да, спустя время тут вот такие парни приходят. Смотри, можно просмотреть и всосать, да? У меня в данный момент 922 защиты. Помощник шерифа. Ну, нормальная броня, отличная броня. Ну, можно и покруче сюда взять. Локация очень жесткая, повторюсь. Сразу отстреливать вот так вот лузианских рысей. Нам надо с тобой 300 шкур превосходных. Честно, я бы не стал. То есть, если у тебя прокачан дух, да, и они на тебя не кидаются, забей на это задание. Его будем делать в оконцовке. Ну, то есть, когда ты уже все нафиг сделаешь, да, тогда вот это задание будем делать. Машкиты, мамашкиты. Да, без факела сюда не ходи. Здесь постоянно эти машкиты. Че, серьезно? Я матерого аллигатора приручила я. Смотри, теперь на меня животные будут кидаться. Но при этом это ж, еб, матерый аллигатор. А не какое-то говно на палочке. Совсем забыл. Да, пользуйся этим. Пользуйся. Потому что это прям хорошая экономия. То есть это еще не мой питомец. Я здесь временного приручил. Оу, мужчина споткнулся. Так бывает. Иди сюда, Бобик, ёлы-палы. Ты моя радость. А можно ли в игре вообще питомца-аллигатора приручить навсегда? И он будет куда жестче, чем вот этот парень? Конечно, можно. Просто посмотри видосик в плейлисте Westland, гайды по питомцам. Подробнейший гайд о питомцах. Как, чё, почему, как качать, где приручать. Ну чё, я думаю, предельно понятно, да, всё с этими заданиями. Ничего сложного. Чуть-чуть играем и выполняем. Можешь прям в присест выполнить. Выполнить задания 5 ранга. У меня они каждый день, эти задания. Их по любасу выполнять. Потому что это серебро. Пройти лагерь культистов. Убить финального босса. Очень несложные задания. Все ясно вообще. Да безобразие. А если тебе что-то не ясно, ты можешь нажать кнопочку «Информация», да? Пройти лагерь культистов. Убить финального босса. И в скобочках «Ругару». Чтоб ты не запутался, кто из них финальный, да? Блин. Местоположение. Лагерь культистов. На глобальной карте ищешь, что написали. И проходишь. Бандосовские лагеря откатываются очень долго. Поэтому даже вот так чуть-чуть, слегка, да, начать уже хорошо. Пусть даже ты не будешь фул проходить, потом вернешься и допроходишь. Так, отлично. Первоначальную зачисточку сделали, да? Теперь можно возвращаться домой. 7 дней откат. Ё-моё. Можешь даже проходить не в один присед, соответственно, да? Раз сходил, два сходил, три. И так пока не пройдешь. Главное, за неделю успей. Через неделю откат, соответственно. Помчали назад на ранчо. Выполните задание 5 ранга с доски заданий.
Задание 5-го ранга на моем левеле есть всегда. Это не проблема. Звезда Запада. Шикарное задание. Просто шикарное, блинчики. Стоят красавчики. Напрягают пассажиров, ма-пассажиров. Ха-ха, блин. Давай, блин, балаболь, ёб, говноеды. Ох, негодяи, нифига. А чё с этим делать? В расход? У меня большая голова, я её ем. Ёб, давай, говнарь, в расход, блин. Всё? Перепутал ты чё-то, дружок, вообще? Думать головой надо, а не только кушать в нее. Чудо. Спасибо. Если тебе удастся остановить захваченный поезд, я буду тебе благодарен. Это Дикий Запад, детка, да. Друзья, ну а с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видосик. Если понравился, не забудь оценить лайком. Ты еще не со мной? А почему? Как выходили видосы каждый день, так и продолжают выходить. На Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. А еще почти каждый день проходят стримы на площадках ВК Плей и Ютуб. Ну и конечно же не забывай про наш Телеграм-канал. Регулярные анонсы всех роликов, розыгрышей, стримов, новости по играм, в которые мы играем. Ну и чат 24 часа в сутки. В общем, будет не скучно и ничего не пропустишь. Мужчина очень много говорит. Схватывай у него, потому что... Эй, прощай, друг, прощай! Хватай сразу лут, ну ты понял, да? Ти, стой! Бленчики, они с этого вагона прям катапультируются вниз. Грязь какая. Ребят, все как бы. Поезд уже не ваш. Слава богу, поезд спасен. Ты звезда Запада. В общем, удачи тебе. Пока-пока. И оп! Как два пальца об асфальт. Махину вашу тормознуть.